ребята нашли такие мячи, захотели побороться на этих мячах. Вы черепашки-ниндзя? Или вы просто ниндзя? Ниндзя. Просто ниндзя. Ты заиграл тут, как она называется. Бой. Дуэль. Это у вас дуэль такая. Кто кого? Кто кого? Свят нападает. Свят агрессивно нападает. Нападает. Дай Владу передохнуть. Вот так. Кто кого? Какой счет? Свят, ты прям агрессивный, я смотрю. Этот нападающий. Так, потише, потише. Второй раунд. Свят занял позу. Вот так, вот так. Святик как прям с эмоциями. Со свистом, со свистом, со звуками. Тебя сильно? Там мне кажется, что это ты сильно, и он. Ты прям так агрессивно нападаешь на него. Я за язык прикусила. Ты язык прикусил? Да, ты просто так, наверное, старался фехтовать, что прикусил язык. Там Влад так уселся, что не может встать. Это у вас батл такой, теперь батл приколов. Так, все, ребята. Нет! Все. Такие вот мячи, да. Я другая. Ты другой? Да, это такие, это другой. Те же самые. А я тоже другие. Вот такие. И так, Свят показывает мастерство управления с мячом. Да, все, теперь Влад показывает. Вот так.
Ну что, все, ребята, давайте, давайте уже, наверное, заканчиваем. Ну давайте, последний раз. Я выиграю, да? Ну, посмотрим. Да нет, то вы сильно прям бой устраиваете до тех пор, пока кто-то упадет. Все, давай. Все. Все, огненный меч. Все, огненный меч победил. Все. Все, огненный меч победил. Давайте заканчиваем. Все, ребята, ставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Фамилия. Делайте комментарии. С вами был Влад и Свят. Да, Свят выиграл. С вами был Свят и Влад. До новых встреч. Пока-пока.